Гранд-старт 11-й скачки большому призу дерби для лошадей 3 лет арабской породы. Фаворит Абсны Голд выходит вперед. За ним Мирзабек и Аксистка Танзания. Ну и двое. Вот вопрос: статистов или все-таки нет? Белуха и Гафт. Отвел ли им какую-то роль Джон Ди Минджи? Потому что Танзания — это не та лошадь, с которой надо ехать рядом и как-то ее изматывать. Ей это вообще на самом деле совершенно без разницы. А Абсны Голд, да, демонстрирует свой характер. Я уже говорил о том, что это конь очень резвый. И на 2400 налегает на повод достаточно сильно. В Краснодаре это ему выиграть не помешало. Но посмотрим, как будет сейчас. Не торопится никуда Айдамир Шегушев и лидирует перед трибунами Нальчикского ипподрома. Мирзабек за ним на Танзании, где-то в полутора корпусах сзади. Болевой стороной подъезжает Белуха. И замыкает скачку Гафт под седлом Джубея Авид. Белуха куда-то съездила в трибуну. Очень сильно валится, видимо, в повороте Белуха. Но идет достаточно уверенно. Тут еще у жокея на Белухе седло уехало на шею. Ко всему прочему. Абсны Голд лидирует. Его преимущество перед Танзанией составляет корпуса, наверное, 3. На третье место выходит Гафт. Белуха замыкает, но там катастрофа у жокея с амуницией. Седло на шее. Итак, противоположная прямая. Без изменений. Абсны Голд впереди. На втором месте Танзания. На Гафте начинает уже его шевелить Джубей Аэцба. Белуха сзади. Итак, начинает потихоньку запускать Мирзабек Танзанию. Сможет ли он подъехать к Абсны Голду? Абсны Голд лидирует при входе в последний поворот. Но его преимущество, в принципе, отыгрываемо. Абсны Голд впереди, Танзания второй. И Мирзабек пока никуда не торопится. Но интервал достаточно большой. И похоже, не знаю, похоже, немножко сокращается интервал. Абсны Голд впереди. На 4 корпуса, на 5 корпусов сзади Танзания. На третьем месте идет Гафт. Вот тут Мирзабек начинает посылать Танзанию. И получится ли у него что-нибудь? Мирзабек берется за хвост. Не думает даже этого же делать Айдамир Шегушев. А его преимущество достаточно комфортно. Финишная прямая. Абсны Голд с преимуществом впереди. И теперь уже понятно, что ничего не изменится. К своей второй победе в дерби и четвертой победе к ряду идет представитель Абхазии Абсны Голд. Танзания второй.